Всем привет, друзья! Сегодня 14 сентября, и мы с батей вновь идем на рыбалку. Но у нас сегодня особое мероприятие. Мы идем спасать рыбу. Пап, пару слов. Всем привет, друзья! Да, решили почистить лужи, пока нет дождей. И вот мимо едем, одной лужи, она уже вся высохла. Но так как сачка нет с собой, он на реке там у нас, на тех лужах. Может быть, назад пойдем, заберем, посмотрим, что тут за рыба у нас. Но рыбка булькает. Да, я уже видел. Выловить их, проснуться, выпустить. Да, нужен сачок. О, гляди какая. Да я вижу, большие рыбы. Тут вот какая-то рыбка хорошая. Тоже ногами-то тут не очень. Сейчас тут планета у меня, она да, это... Это трава. Вон такая. Ага, о! Ребята! Батя подходит. Это караси, похоже. О, тут что, от кувшинок одна фигня. Она здесь долго не проживет. Мы тут на них. Она еще несколько держит. Вода вонять начинает. Запах сильнейший. Ак уже мутная. О, вон она. Ага. Это что за рыба? О, это щука огромная, давай ее! Ты видел? Да, вот она. Так вот она в илу. В этой грязи. О, вот он. Вот-вот, я ее прям держу в руке, вон он. Тебе-то что? Давай, стой. Вот она стоит. Вот она. Ты крепче хватайся. Да как я тебя за хвост схвачу. Есть? Она туда ушла. Вот он. Да? Ага. Обалдеть. Вот это да. Надо ее вот в просницу выпустить по дороге. Пойдем. Погнали. И тут таких, наверное, несколько штук. Вот это щурек. Хороший. А сколько мелочи о, здесь? О, да. Опять отпустил. Карася хотел бы. Ага. Щука ушла. Ну вот, бывает. Опять без подготовки. Вот а что, карась был? Да, белый. Туда пап, наверное, ушел. О, вон какая. Это что, налим? Мелкий. Черенок. Вот она. Я далеко идти-то не может там. Вон какие-то мелкие рыбы есть. Какие? Это ротан. Ой, ротан, давай-ка мы его это бросим пока. Так, погоди. На обратном пути может сюда вернуться. Это вот карась, смотри. Ты видел? Классный. Да, красный, нет, кстати. Да, пятачок называется. Белый. Белый? Так, погоди, щука. Мне сюда надо с сачком. Щука куда-то залезла. Вот она. Вот она, видишь? Ага. Ты заколебал ее отпускать и снова брать. Погоди, сейчас мы должны. Ребята, девчата, вот это да. Вот это рыбалка руками. Надо ее скорее в просницу выпустить. Опа. Где карась-то был? Тут ведь где-то. А вон они везде. А вонь, конечно. Вон запах этот. Какие мальки-то? Вон. Кто? Не знаю, вон к тебе. Лягуш? Да какой лягуш? Карась вон или что? Ох, ё! Чуть не упал. Да, так он и вышел. А мы вернемся попозже можем. Да когда попозже? Сегодня что? Ну да, на обратном пути. Всё, отгрызи такой. А, вон рыбки-то. Это ротаны, пап. Нет. Они без хвост, их надо, они вредные. Тут еще есть, ну, 2-3 сиденка. Ух ты, есть, хороший, такой же. Где? Тут? Вот он тут отбулькнул. Давай его. Стоп. Вот тут. Ротан. Да. Опа!
Вонь, конечно. Ты погляди тут-то, что происходит. Они начали? Так потому что они в этой воне уже дохнут. Надо возвращаться будет. Ладно. Давай, пока. Давай одну выпустим, а это вернемся. Ты погляди там. Тут много рыбы осталось, большая лужа. И она хорошо обсохла. Видишь, вон, да. Неизвестно. Каратан, наверное, нет, опять. Карась. Да? Вот тут вот. Ну тут так-то глубоко. Ну, по да. Колено в центре-то будет. Вон, шуленок. Это лист. Какой лист? Вон шуленок здесь. Опа. Ух ты, ты видел? Выботнул сколько. Это щурята настоящие. Ой, ротан вылез. Ротана что, оставляем? Вон, пойдем. Вон, спина какая. Где? Вон вытащилась, вон плавает. Они везде заплавают, смотри. Вон, да. Пап, надо возвращаться, что хочешь делай. Вон какие караси. И караси надо, всех будет спасать. Очень много. Ах, я. Неудобно. Видишь, ага. Это щуренок. Да их тут много, пап. Пошли. Пошли. А вот и щука. Где у тебя там пакеты-то? С рюкзаками ведь пришли. Это что? Ротан. Ладно, пошли. В традицию ее успеем. Да. Друзья, движемся дальше. Неплохое начало, я вам скажу. Даже не успели добраться до наших луж, где хотели порыбачить. Уболтал батю, говорю, давай зайдем, гляди, как обсохла лужа в том году ловили осенью. Ну и сами все видели, батя взял сразу щуку. Хорошая так-то, можно брать. Наверное, нет, сколько там щука? 30? Вонючий вылу. Вылу, говорит. Но выглядит она классно. Это щука заливных. С разлива осталась в заливной луже, по факту. Сейчас ее в плесницу. Бегом, бегом, конечно. Так, руки. Грязная работенка, я тебе скажу. Вонь такая, ну. Вонь страшная. Ну что делать? Да давай в любой. Вот. Сейчас мы ее пакуем и в плесницу все покажу. Ну и по велосипедам помчали. Так, идем очень быстро, батя вперед. Говорит, может умереть. Надо скорее выпускать. Но он большой, конечно. Конечно, он большой для такой лужки. Там сами все видели, все мутное, грязное. Запах не передать. А вот река проснится. Сейчас мы сюда подойдем. О, хорошее место. Это наш заливчик. Зимой тут иногда ловили. Вот тут хорошо. Щука. О. Тут уже к ней даже водоросли вон прилипли. Да, руки-то чешутся. Да. Руки чешутся. В этой луже. Чё, надо добирать, пап. Голыми руками. Голыми только. А хорошо, да? Присматривается. А вон мальки как раз плавают. Где? А, ну да. Малька-то много тут. Как я говорю всегда, он хорошо питался в этой луже. Сейчас он будет еще лучше. Вода холодная, пап, хорошая. Да. От такой воды. Шок? Не, руки чешутся. Ну и что, я буду ловить? Нет. Ну как нет-то? Не полезен. Там что, мыть даже негде руки. Налазишь, и потом все чесаться будет. Что, сильно чешется? Ну что там мыло один, все, сгнило. Ну да. Подожди. Река. Ну что, выдвигаемся дальше, оставляем красавца? Нет, пустой, вот. Ну, он не тут. Вон он пошел под бревно, вот. Медленно. Да, он делится. Сейчас он отстал лучше тут. Да.
Оп. Вот это хороший подкадр. Ну что, с почином тебя. В следующий раз мыло тебе буду брать, руки мыть, распешиться. Ой. Вон он. Да красавец, красавец, конечно. Отдышится. Хорошо, что быстро тут. Да. За 3 минуты приехали. Я думаю, можно попробовать. Силы, если останутся, дадим второй шанс. Ну что, друзья, о, движемся пошел к нашим местам. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, сейчас я его покажу. Далеко-то он не уйдет, он тут и будет сейчас. Ты. Почему? Его надо шевелить. Наверное. Зачем? Пусть идет. Вон у него малек тут уже есть. Да, малек плавает. Ты хочешь показать, как он быстро плавает? Ага, на хвост ему еще. Я что-то не могу. Пошел. Вон он какой. Ну, это грамм 300, да, 400 такой. Да, на 400 больше уже. Ну все. Все, двинули дальше к нашим местам. Время не ждет. Классно, да, пап? Так-то. Да, там насчет течения сориентируется. Все, лужа там плавал. Ну все, он отдышится. Где тут заход-то был? Ну, ага. Ну. Давай, все, уходим. Мы уже на нашей тропе. Сейчас догоняю батю. Велосипеды спрятали. Осень. В полной красе. Лист шуршит. Сегодня очень тепло. Жарко, можно сказать. Мы опять преодолеваем препятствия на марше. Пап, руки прошли? Не чешутся больше? Нет. Вот. Водой вымыл чистый. Молодец. Так, расправляем сапоги. Немного ила попало. Ил как яд. Ил как яд? Возможно. Там прям черный-черный ил. Все сгнило. Так, уток. Уток не видно. Тут, пап, местечко где-то, яма. Прям по сапог. Аккуратно с ней. А, уже тут начал? Да, затащил. Тут нигде не катал. Что он тут хотел делать? Большую плотину строить. Ну, ёпарасоте, начали рыбалку. О, начинаем рыбалку. Блин, ну что делать-то? Ну, освежило, что я сделал? Освежило его. Съел. Бобу я там выкопал я такую же яму. Я же тебе сказал аккуратней. Я думал, трава там. Что там накопал? Сволочь мохнатая. Не успел. Но у меня же не бывает, чтоб я сухой был. Да, у тебя не бывает. Без приключений у нас не бывает. Нифига себе нарыл он-то ходов. Ладно, потом на реку выйдем, выстираемся. Будем сушить все. Угу. Ароматы ванили. Так, еду-то мне мочи. Еда у меня, не переживай. Это. Да, вот, вот так ты начинаешь открытие спасательного сезона. Меня бы кто спас. Так ты взял. Я уже побежал, я сам чуть не зачерпнул. Так ты сел ведь просто. Плюх и все. Ладно. Ладно. Все классно, да. Так, ну что все классно-то. Пока я ехал, у меня лопнула цепь практически. Одно деление на велосипеде. Это раз. Во-вторых, мы идем по нашей тропе не просто так. Нужно забрать костюм рыболовный. Но бате он уже, наверное, не нужен. Че смеешься-то? Нужен еще, что ли? Ну что, выл полезется? Нет, это когда я в чистую воду присел, это нормально, а выл он не полезет. В общем, костюм сейчас берем. Рюкзак у бати облегченный, но выглядит массивно. Это связано с тем, что взяли ведра.
ведра нужны, чтобы туда чистую воду налить. И будем рыбку туда складывать. И уже в ведрах будем доставлять на реку. Ну, как пойдет, конечно. Посмотрим, много ли там попадет. Можете посмотреть наши предыдущие рыбалки в том году, как мы спасали рыбу. Там тоже примерно же в этих лужах ловили. Ну и тоже ведром и сачком. А сейчас идем... Опа! Тоже зацепился. Сейчас идем за костюмом. Че, пап, ноги чешутся уже от тыла? Что, не чешутся. А это что такое? Это? Ты опять начинаешь? Осенняя ежевичка. Да, ты действительно неутомим. Друзья, мы идем дальше. Все весело, радостно. Мы еще сегодня бате дадим просохнуть, я думаю. Полностью. Солнце палит. Выйдем к реке. К нашим местам бывшим. Так что все нормально. Переживать не стоит. Идем. Так, идет подготовка. Слив воды из сапог. Костюмчик взяли. Сейчас экипируемся полностью. Статив. Оп. Так, давай мне этот костюм. Ну что, мы готовы выдвигаться? Да, друзья, эти мероприятия спасательные, очень интересные и увлекательные. Сами все видели, как батя спас. Ага, спасся. Угу. Как так-то? Говорю же все время, аккуратней, следи, куда шагаешь, куда идешь. Сейчас немного красот покажем. Осенних. Ух, как все выглядит классно. Все в красках осени. Барханы песчаные. Обмелело. Я говорю, здесь будет берег, потом на следующий год это, наверное, там пойдет. И острова не будет, а будет просто берег, полуостров. Нам получается опять дольше ходить. Что нам дольше ходить? Ну теперь это постоянно. Здесь яму потом намоет. Ты же помнишь, как было? 30 лет назад. Здесь были пляжи. Да. Потом здесь стал берег обрывистый. Здесь было вот как по берегу глубина. Пляжи на ту сторону ушли. Сейчас опять на ту сторону глубина уходит, на эту пляжу приходит. Видишь, как она играет? Да. Все меняется. Время. Да, с временем не поспоришь. Идем к нашим местам. Друзья, посмотрите, какая красота. Пап, ты какое-то место тут заприметил, куда показывать? Что за место? Нет, вон песок, видишь? Можно перед ним ловить. Или с него. Это дальше. Вот там песок в центре реки-то? Да. Если с него выставить донки или там резинки? Мелко, конечно. Ну, не факт. Ох, не факт. Выходит. Или вот по этому берегу, да, ловить? Нет, здесь-то видно, что песок вон до пол реки идет. Просто рыба на песок ночью-то выходит все равно. Хоть где можно ловить? А с того-то песка классно бы попробовать. Ловим все с острова. Да мы ловим там, да. Ну. На острове. Ох, нам выпускать-то придется, обходить эту канаву. И зачем выпускать? Она... Нужно вон, в залив. Ну да, можно тогда туда придется идти. Вода придет ведь осенью, и все там. Это главное сюда не выпустить, в эту лужу. Рыбы не видно. Ушло. Мальки у берега везти. Угу. Это что, отсекло уже? Да, конечно, высыхает.
Ну что, идем дальше? Да. Да. Уходим. Пап, мы, кажется, подошли к этим местам. Вот этот песок, галечник, вперемешку. Интересные места? Что скажешь? Тут на резинку-то хорошо ловить. Сейчас вот грязь не несет, вода-то не прибывает. Угу. Ну, надо с лодки завозить. Ну, лодку-то можно притащить для разу-то. Ты погляди. Ну, опять я не знаю, что. Тут ночью надо только будет. А дрова таскать? Ё-моё. Это нужно будет сюда. Будешь там без костра сидеть. Да, конечно. Я сейчас уже холодно будет скоро. Но ты погляди, какие места-то. Прикинь, весной, вот вода идет. И так она уходит за лето. Да, да. А канай тут, наверное, топит в хорошие-то разливы. А, так в хорошие разливы и тут вода. По дороге прямо. Нет, по... Ну, хороший разлив закатляет. Ну да. Да, друзья, последние годы замечено, разливы-то они ежегодные стали. Чередуются. Есть поводок, нет поводка. О, красота, да? Вот бы костерок, шашлычки, да? Они в илу ковырятся. Идем дальше. Опа. Оп. Вот она, золотая осень. У нас здесь очень красиво. Очень красиво. Друзья, мы на месте, добрались. Так, сачок, пап, жив? Что, с того года? Год прошел, он привязанный был в кустах. То есть разлив его. Ой, ржавый весь. Аккуратно пальцы. Так. Главное, не проели мышки. Ты что мне говоришь, сначала нужно отсечь? Эту да, уши. Вот тут отсеки. Сейчас воды наберем. Чистый. Так, вот у нас ведро. Так, давай. Ладно. Ты меня поснимаешь маленько? Да, ты. Так, вот он. Гляди-ка, тут тоже лоси вон находили. Так, мне вот здесь надо отсечь и будем ловить. Ага. На, поснимай, я тоже хоть это. Лоси вон, мучат. Лоси. Эти лоси мучат. Так, держи вот так. Ага, вот не тут как раз, а вот тут пост. Ага. Так, сейчас я... Опа. Ты что говоришь, вот так это? Сапогом хоть, что ты руками-то? Да попадет всякая ерунда тебе. Да руками, привычными. Куда ты? Вот, вот куда, вот. Зачем туда-то? На самое узкое место делаешь. Так и делаю. Видно тяну-то так? Тяну, видно. Должно быть хорошо. Тебя видно. Должно быть хорошо видно тяну. Работай. А к нам даже лучше, если отрыву-то выдергивать. Ну, конечно, лучше. Покажи, как красоту это. Иди сюда. Сюда снимай. Вот оно. И. Перекрыли? Не-не, давай еще. А пока это не выдернем, как ловить-то? Да с очком выдернется что-то. Мечта аквариумиста? Или червец? Зеленый, блин. Сюда бы зеленых, да? А? Почерпать. Настоящие зелень. Опа! Вон туда кидай, где вода. Ты погляди, сколько еще водорослей. Там все идет съемка? Идет, работай. По наварищу.
там-то плавает какая, смотри. Где? Вон там. Ладно, что, давай ловить уже. Уже ловить? А что ждать-то? Будешь ловить? Да, давай ты, я устал. О, вот такая вот рыбалка. Столько водорослей. А слушай, мало что-то я убрал-то. Половину даже не убрал. О, это долгий процесс. Есть? Кто? Опа! Не крупный, не сильно подрос. Всего 14 сентября. Давайте его бережно, оп, в чистую воду. Один есть, папа. Кто? Улетел. Улетел? Ага, с водорослей убери, значит. Только плавунцы, жуки. Да казары всякие. О, есть. Давай его. Мелкий еще. Так не вырос? Он еще чуть. Где? О, это я пропустил. Давай его. Оп. Оп. Вода холодная, хорошо. И давай. Поснимаешь? Маленько, да, я половлю, пап. Я уже отдохнул. Дай мне вот этот сектор, я добью его. О! Хорошо ты его. Так, бери вот так камеру. Ага, вот тут, где я держу. Ага, все, можно снимать. Шурят они на тебе, смотри, сам снимаешь. Опа, есть, пап, давай его. О, вон там что, ясь? Язенок что? Сорога, что это? Язенок. Давай его. Пошло дело. Да, ясь. Вот он, вот он, вот он. Есть? Да. Ну давай просто. А вон еще один. Ты собирай.
Найди, снимай, а то не очень как-то. Все не очень, держи камеру просто. Сейчас я тут просто приду. Давай, все, иду к тебе. Вот тут трещит, блядь, все поблизости где-то. Ну пусть трещит в кустах. Так, взял. Съемки продолжаются. Что-то спина уже гудит. Я думал будет больше. Есть, есть. И хороши еще ребята. Ездят. Надо дергать, наверное, траву. Нет, дергать. Все вытащишь. Тут-то я основательно почерпал. Устанешь, говори, я добью сектор этот дальше. Есть? Нет. Опа! В этот раз работисто прям. Есть? Доводи до берега. Тут в любом участке может быть, тут глубоко. Есть? Давай его. Скидывай. Из рук в руки. Можешь так смело выкидывать. Я заберу. Надо бы тот сектор чистить. Какой? Вот этот. Вон еще один. Где? О. Не вижу пока. Вот, вот. Это еще пальцы. Вон. Ага, вижу все. Мелкие, конечно. Опа. Стали попадать откуда-то тут. Откуда они чуют? Ух ты, сразу двух. Ага, я вижу. Молодец. Оп. Да, малыши. Что такое? Это ротан. Его не рекомендовано. Оставим птицам на корм. Пусть на берегу. Енот съест. Норка, кто там? Горностай. Поснимаешь, пап? Давай почищу. Маленько травку. А? Вой какой-то на реке. На реке. Не знаю, кто-то отдыхает. А, отдыхающий опять. Нормально все. Нормально все, друзья, ловим. Устается классно. Рисовые плантации. Там кто-то шумит. Отовсюду шумпа. Листья, осенний лес. Давай, давай я попробую. Устал лес.
Ну что, много уже попалось? Больше 10. Наверное, что 20. Много. На, год, посни, да я помню, поснимай. Вот тут где я держу, там и держу. Ага. Аккуратненько. Ты ближе по этому ходи, берега-то. Да ладно. Да. А, это сорога. Сорога. Давай, ухватывай. А сидеть сорогу мы еще не брали. Угу. Что-то есть. Как же красиво, друзья, в лесу. Фух, очень хорошо, прохлада. Смотрите, мы намутили. И здесь булькает рыбка рядом с травой. Надо быть очень внимательным. Вон, 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 вон плавает. И там плавает. И в этом секторе, где ротан тут этот. И там рыбка. Ага, есть. Сейчас продолжаем лов. Батя пошел брать там, где булькается. Да я видел тут много, вон тут. Во-во-во. Видишь как? Намутили-то когда. Вся рыба вон тут побулькала в этом секторе. На чистом теперь вся она ушла, на чисто. Да. Ну, для нас это как раз не чистое. Вот там, да. Вон они все. Рыба-то в траве, чё? Вон рыба-то. Мы тут ловим. Дай-ка эту коряшку отсюда. Так надо мутить. И глубина здесь еще. Лужа-то больше, конечно, чем в предыдущий раз. Не, это надо чистить. Да, я почищу быстренько. Не надо. Все, мы это ротан-то, не берем. Дай мне половить, я уже отдохнул. Не, я отдохнул уж. Да, подержи, дай я половлю. Быстренько. Фу, так все, посиди, отдохни вон в теньке. Держи вот тут.
Вот где я держу, да. Все, я пока. Я знаю, я пока тыкать ходил, я видел. Где? Вон она будет. Так там чисто же. Не, зря ты всю ее мутишь. А что? Такую площадь не взять нам просто. Это. Ох ты! Че? Че такое? Сразу два. Ну и че? Да классно че. Они там все прячутся. Давай. Собирай. Вон. Мелочь какая. Работа. О, есть. Давай сам его, пап. Выбирай. А, иди уже, ближе сюда. Да погоди, сейчас она будет. Отдохни. Сейчас. Дай добить чепку. Есть. Там, давай. Вон. Вон, Шурёк. На чистом, уже. Туда, правее. Ага. Мелкие такие. О, держи-ка, что это такое? Что это такое? Да ты заколевал опять, а там головёха. А там головёха. Вот такой вот. Ротан. Да, ротана выкинем. Давай все, уже отдыхай, успокаивайся, как говорится. Я поспокоен. Ну все, на, спокойно. Вот он! Кто? Ну-ка, ближе камеру. Мы ждали его. Карасик маленький. А, хорош, чё? Видно в камеру-то? Конечно, видно. Закидываем. Сейчас я еще последнее кончу, а вот это поделюсь. Есть. Давай сам его работать. Шурёнок, конечно, мелкий. Ещё что-то. Ой,
Бери его. Хорошо идет. Кто там у тебя какая-то? Рыба какая-то. А, щуренок опять. Пошли, давай, все. Эту-то не будем добивать, сектор-то. Не знаю. Малый, попробуй, сил хватит, поди. Я отдохну, так заменю. Давай. Фух. Устается. Да, попридумал ты. Субботний аттракцион. Что там? Затоптал. Такие мелкие. Во-во-во, еще кто-то там. Где? Ага, вон там. Так не взять куда-то. Вот такой. Фу. А вот и щурята выходят. На чистое уже. Есть, что ли? Ты далеко-то не таскай. Чисто вон выкидываем траву. Вон тот сектор бы добить, и все. И все бы схвачено. О! Ты его примутил тут. Он, гляди, что-то съел. Такого же, наверное, щурца или малька какого-то. Оп. Хорошо. Ну тут есть еще рыба-то. Ну, конечно, тут чистая вода сколько. Ты надо тут лазить и лазить. У нас еще одна лужка ведь есть. Я уже устал. Чё? Вот это да. О, там щурёк, давай, давай его. Или везёнок, кто? Нет. В очке. Ракушка была? Нет, рыба была. Выпала. Ушел щуренок мелкий. О, во! Щуренок раз. Че, карась мелкий был? Ну, таких карасей не бывает тут. Наверное, щуренок. Да, я сделаю круг почета и пошли отсюда. Давай, давай. А круг почета? Так бери его, а что стоишь-то ты? Где он? Взял? Откидывай его туда. Ой, я. Ух ты, ничего ты тут намутил. Подфартило, вот ты дал круг почет. Все, иди. Елец, езенок. Это туда, кстати. О, еще щуренок. Нифига ты. Вот. А не спокойное место. Может, надо по-спокойному пройти тебе. Дай круг почета по-спокойному. А я дам по тине круг. Папа, снимай, я вон тут половлю, я хотел. И все, и закончим. Я знаю, я знаю. Давай, надо, пока не сдыхают. Давай, пока не мрут нормально. Держи. Вот здесь. Вот. Хоп. Я быстро. Пару тоней. Вон, вот эту вот. Снимку возьми.
Много малька рапана. Так ты выкинем, кинул-то. Вон у тебя выпрыгивают. Да, вот он, каторжный труд. Или Сизифов. Все поймал. Да. Есть. Офигеть, пап, уходят. Обылить. Что, мелкие такие. Слепсачок провозит. Ладно, пойдем, где там карасей ловили в ту лужу. Тогда. Другого надо брать. Да. Вот. Видел. Устроит взбучь, когда подрастет кому-нибудь на реке. Что тут? Оп. Что-то я устаю. Бывает. Осенью бывает до такого, вот они растут. Снимай себя или ведро. Осенью такие-то они нормально. Да не лазь туда на чистое, не поймаешь на чисто. Где чистая вода, что бесполезно. Бредень надо тут хороший. Что? Бредень надо хороший. Ага, два раза шоркнул, да и все. Да. Как раньше. Но нельзя. Нельзя. У нас все что-то нельзя. Такие законы. Законы. Все, черту. Ладно. Уходим? Да. Пойдем. Все, друзья. Ух ты, ты видел? Вырывается аж из ведра-то. Он какой. О, выпрыгнул один. Это что, трава? Это тут десятки четыре. Можешь рукой давай? Угу. Десятка три. Сейчас еще в той луже подловим, быстро она небольшая. Погнали туда. Все, друзья, сейчас на ту лужу, где батя карасей ногами вычерпал. Да булька от рыбы, конечно, тут есть еще много. Половина не поймали, да? Так что сейчас. Вперед. Друзья, мы на месте. Вот она лужка, где батя черпал ногами. Пап, ну как, ты отдохнул уже? Да. Что, это, что тут мелочь? Тут караси были. Давай, бери сычок и тогда пробуй. Так, вот наша ведерко. Надо поторапливаться, пап, чтобы они не умерли, как в прошлые разы. Во-во-во, видно? Так щурята такие же. Ты думал, здесь будут больше, что ли? О, гляди, карась выплыл. Давай его. Обмелела лужа-то. О, какой! Ну, вот тогда были тоже. Вот и ногой-то. Ну-ка, давай его. Хоп. Тут щурята еще. Видно было. Плавают.
Вон, вот тут, давай. Ну, это-то совсем другое дело, ловить-то в такой луже, да? Что тут? Нет ничего. Ну, как нет? Вон, за тобой булькает. Ну, как нет-то? Вон он, вон, пап. Давай его сюда, бери его уже. Вот здесь. Что тут грязь одна? Ну, обмелела. О, ух, какой хорошенький. Опа, есть, вот он. Ушел. Ну, куда тут? Оп. Не видно. Отлично. Его надо сполоснуть. Да что ты будешь делать с ним? Оп. Все похоже. Пап, надо... А, вон, сзади тебе. Давай. А вон тут. Ты почему его не берешь? Стоит. Угу. Только ил. Угу. Отлично. Еще один. Из бледных. Проскочил кто-то тут. Вон. Из грязных. Из грязных. Пап, надо быстрее, а то в такой воде они и в муке. Ну что, выдвигаемся? Давай его, ты его тут замутил. Угу. Конечно, вон он дальше под ветку ушел. Тут он, пап, в этом секторе. Закатали, выл его. Вот он. Куда мы занимали? Под ветку загнал он ее. Под корягу. Все? Все. Не густо, это не забудь. Не густо, что делать? Надо хотя бы этих спасти, пап. Они уже начинают... Не очень себя комфортно тут чувствовать. Вода пока холодная. Давай, пап, уходим. Может быть, в следующий раз еще где-нибудь подловим. Выдвигаемся? Там-то нам не проловить ничего. Нет, ты что? Там глубина. Да я уже налазился, у меня спина гудит. Давай хотя бы этих спасем. Ладно, тут, наверное, полсотни, не меньше уже. Выпустим этих. Да. Бери то ведро тогда. Ага. Опа. Все, друзья. Выдвигаемся к реке. Сейчас надо очень быстро. Потому что последнюю нашу такую рыбалку в том году очень много погибло. Наверное, 1/3 точно. Это нехорошо. Все труды напрасны. Сейчас бегом к реке. Все покажу, расскажу. Идем. А мы пробираемся к нашим местам. Ой, ёпара, что ты чуть не упал, пап. Ты как там? Нормально себя чувствует? Это нормально, сюда-то дохнут. Сюда-то дохнут? Да. Давай тогда ведро мне, я побыстрее пойду. Или что делать-то?
это придется. Далеко расстояние. Да, это жара. Жара, малая тара. Тут как бы нужно баланс соблюдать. Надеюсь, отживеются. В холодной-то воде будем стараться. Хорошо тут напрямик. Вот такая вот рыбалочка получается. Блин, а быстро дохнуться. Вроде были тут 2 минуты. Да. А вот и река. Подходим. Ага. А вот и дровишки, если сюда идти. На галечник? Вон прямо на бревно. Ага, давай. Градусов 25, да, наверное? Наверное, жара тут. Бабье лето же, 14. Да. Сентября начинается. Есть такое. А, кто-то кусает. Блохи. Какие блохи? Лосины. Ага. Или колят. Они? Они? Не знаю. Нет. Кажется, не они. А вон рыба-то застряла, да? Это корм большой. Ё-моё, вот это да. О, хорошо-то как здесь. Хоть бы ветерок легкий. Что, сюда? Да, давай. О, да. А карась-то что, тоже отпустишь? Да, а что его? Куда он? Так ты взял в тот раз 5 штук, да? 4. Ну, 4, да. Да. О, езенок сразу. Ну, 10-2, 3. 3 десятка. 3 десятка точно есть. 3 щуренка, 4 сдох. Ну, жара такая. О, хороши. Карась, сорога. Карась-то красный еще был. Нет, пятачок. Белый, нет. Нет, пятачок. Эх, вон он. А, это сорога. Знаете-то все вон пошли. Опа. Это линь. Линь хорош. Ну, линь в реке живет у нас. Пап, так все живы. Не наступи только вон на малыша. Я думаю, это тоже отживеет двое. Ерунда. Ох, начали уже. Глядь, что делают. Карась, не знает. Вон карась большой. А это маленький. А это кто? А, это сорога. Оп. А вот это да. Все. Ну, карась попал. Ух ты! А в реке-то вон рыбка булькает уже, другая совсем, покрупнее. Вот смотри, сюда заходи, если... Блин, рюкзак-то у меня тут. Нельзя, я
Вот отсюда? Заходить, разбить, а гляди, коса там какая-то, да, идет откос с нее. Плещет, видишь? А там яма сразу. Смотри, рыба плещет хорошая. Ты сказал, здесь берег плохой для сбора дров. Ну, при чем тут дрова-то? Здесь бы рыба ловилась, ну что дрова-то? Прикинь, если выставиться вот по этой косе, выставить резинки вон там, где они то на мелик. Резинки уже, эти фидеры закинь. Ну да, и смотри, тут можно прямо тут вон. Что, все уплыли? Да, а что им будет-то? Вон двое остались, которые были. Сейчас мы их... Гляди, может отживеть-то все? Так, вон, да, этот отживеет. Так и этот отживеет, он так же был сначала-то. Все, пойдет. Ну вот, все хорошо. Вон, видишь, сразу три штуки стоит. Где? Ага. Вон они две. И вот еще один. Ну что, молодец. Доброе дело сделали. Можно и покушать? Ну, пошли сейчас. Да. Да будем подсобироваться, ладно. Выдвигаемся пока. Че, чешется все? Да. Накусали? Как держишься? Хорошо. Сырой-то весь. Что-то усталость, конечно. Будем костерок делать? Нет, зачем? У нас термос есть. Ага. Нет, чтоб тебя просушить, прогреть. А, да. Солнышки, носки простирают, а ты сижу. Вот. А я что-то не удержался. Ноги, да. Колет все, налетели семена разные. Скинул сапоги, протряс. Отбился штанов. Полегче идется, попросторней. Хорошо. Ничего не беспокоит. Руки отмыл от ила. Ты, папка, отмыл? Запах, конечно, да? На любителя болотом пахнет. Вот смотри, остров раньше был. Вода текла одинаково, что тут, что тут. Это да. Здесь глубина была, ловили. Все вот с этого берега ловили. С того ловили. Вокруг острова вода вот так расходилась. А сейчас все занесло, смотри. Уже получается, что это и не остров, а просто берег. Это просто берег, пап. Можно было бы сказать полуостров. Ну, весной тут воды, что когда метр, она еще есть. Но ты обоснованно прикидываешь, что пару лет и тут замой. А все, вон смотри, уже ива растет везде, вокруг острова. Ага. Тут же ямы были, вот где ива растет, глубина. А сейчас что, все заметало. Песочек. Ветерок-то. Как хорошо, когда ветерок обдувает, а не это там всякие насекомые в болоте, вонь. Но дело правильное. Раз в год надо делать, если есть возможность. Выходим, что можем. Сколько уж получилось. В том году, наверное, больше выпустили. О, кабан. Это кабан? Да. А это у него дополнительный. Это большой пап кабан. Это большой. Это кабан. Большой. Ух ты, сколько. Кабанаты, видишь? Ага, вон они тут. Пара кабанов набегал. Ты все еще хочешь здесь без ружья вечером ночевать? Сейчас. Кабаны-то сейчас что? Не нападут? Что им нападать-то, они сытые. Копают просто. Трюфели копают они. Они все подряд копают. Да. Червяков нет, все высохло, они корешки просто. Блин, классно тут. Так, это мото трасса. Они боятся. Люди вон ездят, да? Ага. На квадриках, да? На нивах. Ага. А вон там квадрики. Ну молодцы, все отдыхают, выходят на природу. Друзья, всем рекомендую выходить на природу, пока хорошая погода, отдыхать с семьей, с друзьями. Мы идем на наше место, оттуда будет уже включение. Все молодцы, выходите. Да. Да, так он по трассе. Может, за ним и ехали. Да, ну. Или он бежал за квадриками.
Да, тут интрига. Ладно, давай, идем к нашему месту. Пап, тут-то гляди, что происходит. Ага. Ручей маленький, да. Но это остатки уже. Ё-моё. Пошёл на нерест. Сёмга, сёмга. Ё-моё, вот она. Ох, там-то что бурлит всё. Так заболачивается все потихонечку. А тут-то ведь пересекло уже. А, тут она не пройдет, рыба-то. В такую тину. Ух, кабан. Че он тут ходит-то? На водопой или что? Они пара тут бегают. Лакомятся чем-то. Вон минор. Вон кабан. Вон собаки или волки. Короче, мы тут не одни. Места-то знатные, ты же говоришь. Вот. А это что за ржавчина тут? О, хорошо-то как выглядит все. Неужто и там отсеклось полностью? И у рыбы нет шансов. Да ладно, пап, я думаю, тут уровень-то поднимется скоро, рядки-то. Так что можно не беспокоиться, это все еще выживет. Весь этот малек его просто затопит. Еще мы с тобой будем жаловаться ходить, как быстро поднялся уровень воды. И нужно на лодке теперь переплывать. Так, движемся дальше. Сейчас скалолазные мероприятия у нас. И оп! Опа! Опа! Да я все нормально. Идем. Столу. Да, друзья, мы прибыли на место. Вот у нас столик. Батя тут пробует переодеться. Сейчас все покажем. Хоп. Хоп. О, даже я что-то сегодня устал. Не дома сидеть. Это да. Надо подсушиться перед тем, как домой прийти. И покушать. Есть уже охота. Это рыба, поди? Бобры, вон под берегом, можно делать. Одно место у них. Надоели эти бобры, конечно. Бобры все надоели. Опа. У тебя пап есть где-то? Да, нам бы сейчас столик разложить. Культурненько.
Итак, вот у нас лагерь. Мы сегодня без костра. Сейчас остается нам покушать. Да, покушаем и будем выходить домой. Первые наши рыбалки вот тут были как раз. Тут у нас лещи клюнули, стерлить. Воды было вот больше, на метр где-то. Все было затоплено. Но мы уже и так поздно пришли, быстро вода уходила. Рагульки наши. Тут интересное место оказалось. Там у куста рыба булькалась. А сейчас вот отсекло. Даже тут уже отсекает. Батя стирает носки. Сейчас разложимся, будем кушать. Да, друзья, сегодня у нас скромненько. Больше, чем на ночевку ходим. Пару багетов, пирожки с луком, ватрушек он батя взял с картошкой, сальцо, сок. В общем, все, кто садится кушать, приятного аппетита. Есть что добавить вам? Все. Наработались. Наработались, это да. Давай, кушать. Друзья, время идет, мы уже покушали. Сейчас узнаем у бати, как настроение. И итоги какие-то надо краткие подвести. Что скажешь? Ну что, отдыхать не работать. Все хорошо, погода такая. Ну, сколько-то поспасали рыбки? Ну, немножко спасли. Щуренок хороший ушел, да, в просницу? Сколько смогли. Это да. В этот год, видишь, совсем по-другому. В том году было много щурят, ездят там. Ну, мне показалось, воды больше еще в этих лужах. Нет? Все высохло. Просто другой разлив, другая рыба. Щурята мелкие. Не успели вырасти? Да. Или мы рано пришли? Да почему? Ну, в том году так же будет. В середине сентября. Надо посмотреть, хронологию будет. Все тогда? Да. Выдвигаемся? Сейчас пойдем домой потихоньку. Ну что, друзья, всем удачи, добра, до новых встреч, пока, мы домой.